Пытаюсь убирать. Не готов он еще такой. Вот рано могла бы быть гораздо хуже. Да ему все не так плохо. Хвост торчит там? Да. Так ее убирать надо, нет? Надо, но не сейчас. Сейчас он не выдержит никуда. Ну, к сожалению, сейчас оперировать нельзя. Но я говорю, это могло бы быть хуже. На самом деле. Ну, перестань. А вот общее самочувствие, да. Оставляет, конечно, желание. Это ты на дубу повесишь. Повесишь потом, хорошо? Повешу. Маленькая. Самое желание. Маленькой будем долечивать. Вот это ее трясет, это от головы, скорее всего, да? Головы, у нее вот эти плавающие движения, и однозначно травма черепно-мозговая. Но я сейчас покажу у нее глаза. Все. Не соображает? Это еще Пашкин воскопан выручает наш. У нас то, что осталось от лечения. Так нужно заказывать, нет? Да нет, его вроде должно хватить. Я надеюсь, все-таки мы ее стабилизируем и потом прооперируем. Очень хочется, по крайней мере. Тихо, маленький. Это не прилипает. Это очень хорошо. Пашка знает. Паша рекомендует. Так, это целое. Это выкинуть. Пускай, пускай. Сейчас, маленький. Тихо, тихо, тихо. Ты же знаешь. Тихонько. 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 Под тобой, да? Подожди. Звезда моя. Звезда моя. Я знаю, что тебе страшно. Еще страшно. Начинает понимать, что он не дома, не в лесу, и у него... Это сознание просыпается, и он не знает, как себя вести, и больно, и страшно. Да все, маленький, все хорошо. Тихо, с тобой все будет хорошо. Не знаю, мне кажется, конечно, очень хочется, чтобы взгляд был поживее. Так, он... Это вообще никакой. Ну, вот сейчас он начал дергаться, потому что утром он вообще лежал, я думала, живой, не живой. Лапами он периодически дергается. Это периодически. Он сейчас периодически весь дергается, видишь? Ну, только лапами. И просыпаешься? Просыпайся, родной. Видишь, у него все это не скоординировано. Это башка. Ну, у него, да, у него он в разнобой все идет. Я не буду много тебе. Туго. Смотрите, что у него с глазами. Видите, гематомы какие? Ну, так, кровью залит. Так, да, это же травма черепно-мозговая. Ну, вот сейчас он реагирует глазами хотя бы. И, ну, бледный, конечно, жесть. Так он кровью не потерял. Естественно. Тихо, 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 Вася. Кать, вот сейчас тебе дам большую, постели, пожалуйста. Даночку, куда ему? Потому что он писит хорошо сейчас. Да, он сейчас очень хорошо писает, поэтому меня это радует. У него 24 часа капельница, что ли? Да. Тихо, 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 солнышко, все хорошо. Иди, 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 иди.